Как вы думаете, в чем сила? В массе, скорости или все-таки интеллекте? Скорее всего, во всем сразу. По этим показателям из приматов, одно из самых сильных животных – горилла. Это одни из самых мускулистых и физически мощных приматов. А необычный факт, подчеркивающий их силу, касается способности ломать бамбук, что не удается большинству людей без помощи инструментов. Сила сжатия руки гориллы может достигать более 450 килограммов, что в несколько раз превышает силу сжатия руки среднестатистического человека. Но они используют свою силу не для агрессии или доминирования, а в основном для обороны, сбора пищи и строительства убежищ. А поподробнее у нас на канале.